И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Васаби, Растишка, Секрет, Скелетон, Сабер, Пингвинус, пацанчики, поздоровайтесь! Привет. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Тысячу лет мы не играли, Roblox, режим, Natural Disaster. То есть это стихийные бедствия. Если вы эти кушайте, приятного аппетита, а мы посмотрим, что добавили, какие обновления, может добавили стихийные бедствия. Погнали! Ну что, пацаны, я все помню, я сейчас буду выживать лучше всех на планете. Я знаю, что это за карта. Ой, надо, знаете, лучше валите вниз. Лучше идите вниз, потому что сейчас будет очень жестко. Боже, дует как. Ой-ой-ой, вниз. Это, наверное, будет обморожение, да, когда все замораживается? Ну, может. А может, это будет шторм? Нет, это будет обморожение, наверное. Давайте посмотрим, что это будет. Да. О, метель, ищите тепло и найдите укрытие. Метель. Обморожение, как я и сказал. Все, я в хате, в тепле. Я тоже. Димас, я к тебе. О, нифига себе, чё вы такие все здоровые? Какой-то маленький чили-пиздрик. А чё я маленький? А там настраивать можно. Я тоже хочу кабаном стать. Ребята, я после записи обязательно себе настрою здорового кабана. Здоровый чили-пиздрик, а я маленький чили-пиздрик. А получается, я могу просто подвинуть ползунок и стать выше, и все то же самое сохранится, да? Да. Ну да. А ты молодец. Да, правда, у тебя скин растянется. О, ну пойдет. И кофта моя, вот это все растянется. Да. Да, ты можешь, например, сделать себя вот таким же, как я, квадратным. Вот. Васаби, не ломай хату! Ты накачанный какой-то мужик прям. Да, у меня прям видно бицепс. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании, любой может зайти, записать и повеселиться. И попасть, конечно же, в ролик. Так, нормально все, сейчас уже будет конец. Я не помню, ускорили они или нет, или так и долго обычно и проходят эти плейсы все. Долго, да? До последнего выжившего, да, будет? 10 минут спустя. Не до последнего выжившего. Отлично, отлично. Кстати, очень много людей выжило, очень много. Я выиграл. А меня, кстати, не продамажило вообще. Очень странно. Побейте его. Так, пацаны, давайте будем угадывать, какое сейчас стихийное бедствие будет. Я думаю, что будет... Пайер, пожар. Я думаю, это зависит от карты. Обратите внимание, на каком месте я нахожусь. Я думаю, извержение. Смотрите, сколько у меня выживаний. О, та же самая карта. Я на третьем месте, ребята. Все мои выживания, все сохранилось. Так, ну надеюсь, сейчас будет то, что я и думаю. Опять та же карта. Нет, это другая карта. Это та же самая. Та же самая. А, точно, точно, да. Дим, как тебе мой скин хомяка? А где ты? А, вот. Это ты? Вот ты? Вот он. Странный какой-то. Прикольно. Мне нравится твой хомяк. Как я могу? Так, я не буду идти, потому что я, как обычно, вы же знаете, полуэкстрасенс, сейчас будет фаер. Представьте, угадал. Так, наоборот, фаер. Дим, все снизу сгорает. Не-не-не, не будет земля гореть, будет как раз здание рушиться. Ой, я упал и умер, что делать? Блин, хоть бы все совпало. Я пойду купаться. И давай, иди купаться. Расскажешь, как водичка. Я за Димой иду. А я за Димой иду. А, цунами идет, смотрите! Лучше наверх. Быстрее, надо наверх, да, значит, идти? Да. Я уже Быстрее. Цунами, блин, как тебе сделали, намного ближе, чем раньше было. Да, говори. Надо чуть-чуть выше цунами быть, когда снесет здание, основу, надо прыгать вниз, чтобы... Все, значит, не будем, да, прыгать? Давайте вот тут, да, я думаю, как раз мы будем под цунами, да? Нет, чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Вот так вот. А я не... Если я прыгну с такой высоты, я живой останусь? А, вот это мы и проверим. Это, ребята, сейчас с вами мы узнаем. Лунтика видели кто-то? Да. Я умер. Да ладно, как ты умер от страха, что цунами, да, приближается? А я, короче, зашел на самое топовое место, меня... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот, Дима, ты где? Отлично. Мы живы остались. Да. Здание рушится, смотрите. А что это за брейк? Что это было? Офигеть. Здание снесло полностью. Кстати, Дим, ты выжил? Да, осталось очень много, мало людей выживших. Очень мало. 3, 4, 5, 6 человек всего. Это, кстати, очень мало. А где моя тактика? А, тактика крысы мне нравится, да. О, я как-то так танцую. А, дэнс, да, надо прописывать, я помню, да? Нет, это просто я этот, за робуксы покупал. Задонатил, да? А, ну за дротер этот, донатерский. Как и я, в принципе, я же тоже купил себе вещи, это все куплено за робуксы. Это 5 робуксов, да? Не, я вроде задонатил 40 гривен. Так, ну что, осталось всего 6 человек живых. А что я умер? Что это за бред сейчас был? Ладно. Это чтоб у меня жизни были полные.
Все отлично, ребята, прямо сейчас, кто смотрит ролик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день и стараемся снять что-то очень классное, веселое. И главное, это позитив и хорошее настроение. Так, ну что, сейчас будет школа и пожар. Ладно, тюрьма и пожар. Я все-таки думал, что будет пожар. Это одно и то же. Хочу пожар. А, тюрьма. Школа и тюрьма. Ребята, кто любит школу, ставьте плюсик в комментариях. А кто не любит, то ставьте минус. И посмотрим, сколько у нас будет плюсов и минусов. Делаем статистику. Левада-центр, будем делать опрос. А где это я сейчас? Я в тюрьме? О, да. Прикольно, а я уже забыл за это все. А как теперь выйти? А куда? А все заперто, Дима. Да не, по-любому как-то выйти можно. Дима, во время бедствия, да. Не, вот чувак мне открыл. Я вижу. Дима, привет. Как отлично, ты, отлично. Прикольно я все. У меня написано на спине inmate. Это что означает? Дима, мы по-любому попали в школу, мне так кажется. Так, я думаю, что будет предупреждение в катастрофе. Землетрясение, надо валить за здание, ё-моё. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Трусы слетают, да? Быстрее. Ё-моё, быстрее беги, Димка. У меня жизни, кстати, еще не тратит. Но знаете, тут может такой баг бы, да, что можно отлететь просто на край карты. Да. Так, как мне поврыть? Тут стены дрожат. А, главное по этим штукам не ходить. О, есть и... А, не, в попе шерсти. Не, не надо. Вот тут через окно. За что? Ой, стекло выбило, пол сломало. Что происходит? А как? Как ты туда выпрыгнул, подлец этакий? Я вижу, я вижу, я вижу, как можно. А. Что сейчас не покажу? Есть! Да ё-моё, оттолкнуло назад, хотя я, в принципе, уже был в окне. Да что? Есть, отлично, ребятушки, ну что, мы тащим, как всегда, мы полупрофессионалы. Знаете, лайфхак, прыгать, чтобы не двигался. Лайфхук. О, я к вам. Когда это закончится? Нет, ну пожалуйста, только не жизни, только не жизни. Блин, я брейк такой залобал, это был баг. Я видел, как Дима придавил блок. Я тоже. Так, ну я думаю, что сейчас выживет намного больше людей, конечно, чем в тот раз. Нет, ломается все, блин. А чё я умер? Ой, это твои запчасти валяются, кишки. Я вижу, красавчик. Дима, собери. Не ходить, нельзя ходить возле предметов, потому что это очень опасно. Смотрите, здание улетело, кусок. Чё это за... Да я не могу, блин, перепрыгнуть, пол ломается, я умираю. Ты не сможешь, ты не сможешь. Ну что? Ох, сколько людей выжило! Ё-моё! Этой школе явно... Нифига себе, тюрьма! Отлично, отлично. А сколько сделали мест? Уже 30 человек, да, может, наверное, играть? Раньше было 15-20, теперь уже 30-очка, да? Или нет? Ну да, очень много людей играет. До сих пор люди в костюмах закрепленных. Да, это за сколько они тащат хорошо как? Аркопарк. Точно. Аркопарк? А что это такое? Аркопарк. Это парк, где... Я понял, я понял. Так, ну что, давайте пожарное. Вот знаете, это тот случай, когда я точно должен угадать. А, не, не будет. Уже будет кислотный дождь. Это кислотный дождь. А где запрятаться от кислотного дождя, если тут нет построек? Я спрятал. А, вот, вот, под аркой. Я вспомнил. Мы продаем... Опять пиво! Обморожение, обморожение. Обморожение? Обморожение, пустыня. Пустыня? Это будет... что это такое вообще? Это ураган? Кислотный дождь. Это тоже как же и обморожение. Я не знаю, похоже на кислотный дождь. У меня пока жизни не тратится, все отлично. Как это жарко будет? Жарко будет? Все в одном домике. Да. Все в одном домике сидят. Я за вами иду, пацаны, ну нафиг. Вот это движ у нас. Сейчас пацаны надышим и будет нормально. Блин, я не боюсь. Я не боюсь, я буду ходить, гулять, веселиться. Уклоняйтесь от летающих объектов. А, надо бояться предметов летающих. Деревья улетели. Ой, блин, по башке дала кабакой. Осторожно, осторожно. Блин, это жесть. Домик разлетается прямо на глазах. О, домик сломался, уходим. Ой, дерево полетело. Нет, мне нормально. Я встану за колонку, надеюсь. Это домик. У меня жизни не тратится вообще. Кстати, я вот хожу прям по буре, ничего. Я за тобой. Ой, Дим, когда в тебя дерево влетит, ты станешь думать иначе. Не-не-не, дерево не влетит, я его как Халк поймаю руками и кину в тебя. Я умер. И сломаешь руку. Ты видел, как я улетел? Я умер, я не видел ничего. Вот это оно тут колпаши. Да, мне вообще насрать на все. Я хожу. Ой, дерево чуть по башке не дало. Хожу себе, гуляю, веселюсь. Перед Димой. Отлично, мне нравится.
бам. Меня в лодке убивают. У тебя походка такая прикольная. У меня? Ну я как этот робот танец исполняю. А как? А что у меня такая походка реально конченая? Как изменить? Меня убили! Да поменять на другую. Я этого персонажа еще создавал в 2017 году. Представляете, вот сколько ему уже лет? 5 лет ему. Ну он еще маленький, Дим. Ну да, 5-летний, чилипиздрик. Опять я в воду упал. А что я в воду падаю? Вы тоже в воду упадаете постоянно? Дима, ты выжил, написано, что ты выжил. Ну я выжил, но вот после того, как этот кончился карта, я умер. В воду улетел. Так, ну что, давайте нам сейчас, знаете что? Давайте... Ну, школу, все-таки хочется школу, но это сейчас актуально. Дима, у тебя так 279 побед. Да, школа. Ну, я же сказал, и сейчас будет огонь, вот знаете? И этот ролик наберет потом 1 000 000 просмотров, потому что все хотят, чтобы школа что сделала? Правильно, процветала. Процветала. Так, если что, я в окно выпрыгну. А может, цунами будет? Короче, цунами или пожар? Это на этой карте чаще всего будет холод. Не-не-не-не-не. Мне кажется, вот они совмещают специально холод с пожаром. А не холод, да, я уже слышу. Это, короче, ребята, отопление отключили, готовьтесь, холодные зимы будут. Смотрите, отопление отключили, за что? Так, ну что, дети, сели все по партам? Все по партам сели? Хорошо. Где парты? Так. Учитель, вы нам не завезли парты. Будем этот... А у вас планшеты в руках должны быть, с планшетом. Деревяшки. Опа. А что вы думали? И начинаем танцевать. Бум! Метель, ищи тепло. Так, ну мы в тепле вроде бы, да, пока, мисс пацаны? Это ж тепло здесь. Да? Ну хорошо. Смотри, ты что, забирать это плохо? Ой, забирает это. Ребята, вставайте со стуля, в жопа примерзнет. А где тут столовая? Тут есть столовочка? Ой, Дим, я школу в аренду взял, там. А, я понял. Я понял. Арендованная. Это же все, ребята, не по-настоящему, это все арендованное для записи, да? Да, я все арендую. Это все новое. Новая фишка наша, все в аренду. Кстати, самое больше у нас аренда выходит дороже, когда мы Гаррис Мод снимаем, потому что восстановление карт всегда это очень дорого. Да. Дима, смотри, видишь меня? А где ты? Я вот. Шкаф, я шкаф. Вот я. Я в тепле. Ну вижу, кабан. А что у тебя жизни так мало уже? Трусы с миньонами, хочешь? О, секрет. Не, трусы с миньонами оставь себе. Я хожу по морозу, и у меня жизни особо не тратится. Почему так? А у меня жизни мало, я не слежу. А мне холодно. Мне холодно. Ой, я в углу стану круглого класса. Привет, он скилл секрет. Ой, красота. Стоим себе, выживаем, веселимся. А сами как аренду потом оплачивать? Скажешь, что школу снесли бульдозером? Ой, это что-то улетает что-то. Знаете, как трудно арендовать бомбы, потом говорить, что куда они делись? Опять я в воду упал, да что за фигня? Баги игры. Ну. Не, ну это зараз специально, чтобы жизни у меня с нуля были. Так, ну что, школу мы заморозили. Теперь давайте нам... я думаю, что сейчас будет, наверное, вот тут, знаете, красный ангар такой. Сам или как пенсия называется? Маленькая, зачем его тратить? Да. Или военная база, я бы хотел, чтобы было, запустить землю. Ой, точно, класс, ракета это мое. Ну что, кто не сыт воду прыгнуть? А ладно, так бы вы прозевали бы капку. Давайте, мы все пилоты НАСА, пошли в НАСА. Что, будем запускать ракету ведь сейчас? Да, ее можно тут запускать. Я умею запускать. Ну что, полетели тогда. Только сразу говорю, я в ракету садиться не буду, я очкую что-то, пацаны. Что это? Ой, уже запустили. Ой, громко как. А что-то не летит? Как на шарике. Летит, ребятушки, летит ракета. Эй, о, что-то атмосфера низковата как-то. Ребят, я на ракете улетел. Сломался, блин. Что будет, кислотный дождь или что будет? Кислотный дождь будет. Или метеорит? Нет, кислотный. Потоп. Ищите высокую... Быстрее наверх. Быстрее. Ищите высокую или стабильную землю. Но мы высокую ищем, стабильную мы не найдем, скорее всего. Потоп? Да, уже земля, уже, кстати, поднимается вода, видите? Смотрите, сейчас. Не, пошли выше. Не, она, кстати, до сюда только дойдет. А нет, лучше давайте выше. Он разбился. Я ее убил, он тут разбился. Ребят, я... Ой, как высоко. На ракете держусь. Она куда-то... Да, она... Ой, блин, упал. Ой, еще выше, она очень высоко поднимается почему-то. Ой, это мое здание немножко... Эй! Нет,
Я живой! Я умер. Ай, по башке плитой дало, блин, это жесть. Вы сдохли, а мы просто... Да вы читер, увели чит-код не тонуть, как там, no tonuts. РПР а из Акми, да? А из Акми, да, бэнг-бэнг-бэнг. Так людей мало выжило. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после мои ролики еще.